Баскетболистки Ивановского государственного химико-технологического университета вновь сразятся за лидерство в студенческой суперлиге. В предстоящие выходные в Иванове пройдет домашний тур соревнований АСБ. Соперницами баскетболисток «Химтеха» станут две команды из Санкт-Петербурга и одна из Владимира. Турнир проходит уже третий год. Каждый раз наши спортсменки добивались высоких результатов, а однажды даже стали его победителями. На этот раз ивановских болельщиков тоже ждет интересная борьба. Состав команды «Химтеха» обновился, баскетболистки настроены решительно. Но без поддержки с родных трибун им все равно не обойтись. 19 числа как раз питерская команда «Черные медведи». Вот, они в том сезоне были чемпионками ассоциации студенческого баскетбола. И 20-го мы будем играть тоже с питерской командой, с «Сиренами», тоже финалистки суперлиги. Вот, тоже очень серьезный соперник. Ну, поборемся. Так, приглашаем вас на наши соревнования, на наши турниры, поболеть за «Химтех». Будет здорово.